Теперь мы должны точно так же обработать швом под гибку закрытым срезом линию низа нашего фартука и линию верха. Что мы сейчас и будем выполнять. Уголок мы должны сделать ровненько, аккуратно, сколоть булавками и закрепить стежками. Теперь мы должны прострочить швы. Опускаем иголку в ткань и выполняем строчку. Здесь нужно очень аккуратно выполнить строчку на уголке. Мы должны обязательно сделать закрепку. Начинаем выполнять строчку аккуратно, медленно. Делаем закрепку и продолжаем строчку дальше. В конце повторяем то же самое. Вот что у нас получилось вверху, и вот что у нас получилось внизу. Убираем наметку, отутюживаем.